Вот сегодня 5 июня 2015 года, продолжение в лагере Стана, работы всякие выполняем. Время уже 5 час, брат Никита тут под столбушки ямки копает. Очередную лавочку восстанавливает. Работа уже ясная, понятная. Посередине еще пяток давно. Так вот. О, ничего себе. На солнышке, видимо, нагрелось и открылась баночка. Дальше идем. У нас до сих пор сушится. Мы уже перевернули второй раз. Все постельное сушится. Матрасы, одеяло, подушки. Таким образом развешиваем все. Все на солнце прожаривается. Всяких вредных микробов. Это мы вынесли. Сейчас он, Андрей Ложкин, делает. Сейчас там выкосит, все уберет. И мы будем устанавливать здесь качели все это. Вот он. Сколько ты успел, Андрей, сегодня работ поменять? А? Я говорю, сколько ты успел работ сегодня поменять? Очень много. Очень много. А что-то новое для себя открыл или все это уже знал? Ну да. А что именно? Что знал? Пообщался духовно. Что значит 7 раз прославлять имя Господа. А с кем ты общался? Братьями общался. А, с нами ты, Миша? Да, с вами. Изучал вместе Слово Божие. Тогда ничем таким не занимался раньше. Я думал, по работе, только аккуратнее с косой. Это остро. Поэтому много духовного приобрел. Разнообразного. Мало труд менять. Начинал быть духовное, что-то в этом иметь. Ну вообще у тебя чувствуется хватка, вот именно как, видимо, все-таки не зря тебе старший лейтенанта, да, или, да? Хватка именно, что у тебя руководители. Ты сразу тут, ага, сделать это, сделать то. Это не каждому дано, между прочим. Иногда приходишь, как говорится, с пинка приходится, да, чтобы человек понял, что надо сделать. А ты сразу соображаешь. Ну понятно, у тебя должность такая. Раз ты другими руководишь, руководил для меня, то самому надо понимать, что делаешь. Все равно скучно, без работы. Ну конечно. Хочется самому поработать. Когда руководишь, тоже хочется что-то поделать. Так это личный пример, он всегда дает большой для других подчиненных. Стимул работать. Иначе значит, он тоже всегда все, что не делал, он всегда делал на высшем пилотаже. Это у нас такие батут тут для маленьких ребятишек. Вот они прыгали. Эту проволоку убрать потом. Да, ее убрать надо. Это, видимо... Положил ее сюда, чтобы... Угу. Не забылось. Ну, потом уберем ее. Мы даже там вот одно время ребятишки пакостили, залазили на жерди. Вот, и оттуда прыгали прямо на кровати. Ну, видишь, что случилось с сеткой. Плюс прыгали, плюс снегом продавило. И она, он уже оборвалась, вам видно. То есть надо будет ремонтировать. И мы сделали с Игнатьевичем, пришли как-то, ну что делать, раз вредничают. Так-то, конечно, и родителям сказали. Взяли деревянную крестовину туда, привязали к ножкам и закопали в землю. А они выходили еще, вырывали еще. И мы вкопали, и все, сейчас уже никто не вырывает. Колышками тоже вон примотали, прибили. Вот так вот. Давай работай.
Да, не отвлекайте от работы, да? Вот так вот проходят дни будние в лагере Станя. Слава Христу!